Добрый день, очередная посылка из Китая. Здесь у нас должна быть сумочка на пояс. Покупалась на AliExpress, по-моему. Стоила копейки, около доллара. Дошла за недели 2,5. Здесь резинка тянется. Вроде качество неплохое. Здесь кармашки достаточно большие. Тоже тянутся. Можно два кармашка. Так скажу, сделано качественно. Ниток никаких нету. Хорошая сумочка за такие деньги. Можно брать. Ссылочку оставлю. Растягивается. Так что достойная покупка за сущие копейки. Спасибо за просмотр. Понравилось видео, ставьте лайк. Хотите, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.